Сегодня, благодаря женскому тренеру Жанабель, мы проводим благотворительную акцию для двух замечательных многодетных мам. Их история тронула нас до слез. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я являюсь лучшей подружкой тоже своей Елены. Она меня вчера пригласила сходить на этот замечательный праздник, где нам дают кусочек добра, понимание, какой-то поддержки. Я являюсь матерью трех детей. Тоже как бы немножко нуждаюсь в какой-то, может быть, поддержке и моральной, и материальной. У меня трое детишек. Осталась я без мужа. То есть муж-то есть, но как бы я не была, ничего так. Просто он меня бросил когда-то там лет 10 назад. Выбирайся, как хочешь. Вот сегодня я надеюсь, что получится то, что я хочу. И надеюсь на это. Я мама трое детей. Муж умер, осталась с тремя детьми. Живу в комнате ипотеки, зарплата маленькая, как бы нуждаюсь в помощи. Средства на продукты нам выдает преподаватель Жанабель, который учит нас милосердию, состраданию, помощи многодетным мамам, бабушкам пожилым. Примите эти продукты, пусть ваши дети радуются, чтобы вы чувствовали любовь и заботу. Хочется от души поблагодарить Жанабель за то, что она нас поддержала в эту трудную жизненную ситуацию. Большое спасибо, ей добра желаю, здоровья и долголетия. Спасибо за все. Спасибо. Многодетные мамы от всего сердца благодарили преподавателя Жанабель за оказанную помощь и продукты. Они почувствовали, что в этом мире они не одни. Дорогие, не проходите мимо, помогайте всем нуждающимся, ведь помогая другим, Бог помогает вам.